привет. Хочу представить вам свой музыкальный эксперимент. Он заключается в том, чтобы перенести парфюмерные нотки в нотки музыкальные. Решил, что композиция должна состоять из 4 частей. Для этого я взял 4 флакона духов разных производителей с совершенно разным характером. Чтобы меня не отвлекало название брендов, флаконы я покрасил в одинаковый цвет и пронумеровал. То есть у каждой части композиции был свой аромат. Перед работой над конкретной частью нюхал, душился соответствующим ей номером и записывал ощущения. Конечно, это мои субъективные ассоциации и, разумеется, музыка в рамках стилей, в которых люблю сочинять. Иногда приходилось абстрагироваться от настроения, чтобы сосредоточиться на запахе, но не всегда удавалось, как мне кажется. В общем, что получилось, то получилось. Oh.